Умничает, отворачивается, не хочет быть звездой Ютьюба. Не хочет быть звездой. Колбасы бы ему дать, да? Колбасу будет. Скромность не порок. Доброго времени суток. Вот такой, такие у нас сегодня просто очумительные мангалы. Два экземплярчика таких у меня не было, были схожие. Мангалов у меня много всяких разных, расскажу подробно, но я, конечно, немножко шучу. Вот, ну тут есть на чем остановиться, про что рассказать. Видите, за нами наблюдать будет пес. Вид издалека огромного размера. Ну, размер это, я говорю, можно сделать метр, 1,20 м. Вот, делалось все из бэушного металла, сразу вам скажу. Ну, как вы видите, здесь железо рифленое, конечно, лучше не меньше тройки. И это уже все детали. Расскажу самое главное, бля, про конструкции. Можно здесь и прорези сделать, можно отверстия сделать, швы варить. Это я все рассказывал, это все детали. Главное, вот тут просто он почему такой высокий, они хотят закопать, чтобы у них не украли. Это тоже, да. Здесь, допустим, дрова ложить, понятно, да. Можно сюда еще, я делал версии, решетки. Они тут идут, бывает. Это такая сетчатая, как кладочная такая решетка. Вот. Для чего? Потому что кастрюлю можно поставить. Но здесь, если под дрова, то достаточно и так. Естественно, из уголка мощный. Вот здесь он даже предусмотрен, видите, скручивается. То есть можно отдельно снять. Понимаете? Можно все сделать сварной. Это просто детали. Отличается. Один покороче там с наворотами, до нем подробности расскажу. И это пошире, подлиннее, побольше. Тоже под другой размер, как вы видите, тут казан. Жрать готовить. Тут, естественно, труба просто берется отвод. И труба на вытяжку. Здесь просто хотите на 40. Ну, то есть, понятно, да, можно сделать на 40, на 35. Какой у вас будет и под него, соответственно, здесь сделать тоже жаровню. Здесь, естественно, будет подтягиваться. Здесь можно жарить шашлык. Здесь можно готовить, что хотите. Засов довольно серьезный. Петли тоже все как положено. Серьезно, никакие там сопли, какие-то там рояльные петли. Все здесь отлично. Дальше. Ну, а здесь вот так вот он выглядит. Здесь вы дровишки накидали. Здесь у вас пламя, и прям все готовится, все красиво будет, и я надеюсь, вкусно. Ну, а здесь тоже и засов серьезный, а не какие-то там. Ну, про это все понятно. Делалось, я говорю, как из бэушного материала, то есть не из нового. Эта версия была специально. Все зачистилось, потом, естественно, покрасилась краской жаропрочной, там, 900 тысяч градусов черной для красоты. Внутри вообще я рекомендую не красить. Ну, просто человек сказал, покрасить хочу, чтобы крашено. Потому что бывает, вот это обгорает, и она попадает вам на шашлык. А он такой, ну, скажем, химический. Вот я стою, я даже запах чувствую от этой краски, ну, термоядерная. Что здесь? Тоже на вкоп, как вы понимаете. Здесь высота, наверное, 1,50 м. Здесь кастрюльку поставить. Хотя, как я говорю, можно здесь не только дрова. Вот здесь сделали решетку, у вас дополнительно поставить там под кастрюлю. Ну, поняли, под любую посуду. Выполнен из уголка, все крепко, скручивается. Хотите приварные, это все детали. Дальше, здесь все тоже такой же засов, такие же надежные петли, но поменьше. Здесь заказали под небольшой такой казанчик. Вот здесь так выглядит. Тоже труба на вытяжку закрывается. Но здесь есть на что обратить внимание. То есть здесь тоже так же, как вы видите, даже вот тут стоит раскос, чтобы было пожестче. Здесь клиент заказал вот под такую вот хрень. То есть он на нем хочет перевертывать мясо. Как видите, это чугунная специально. Ее он отпескострует, вы не бойтесь, что она ржавая, отпескострует. И здесь можно будет переворачивать мясо, прям здесь жарить. Там барбекю, что там еще, бля, что он хочет. Для чего вот эта херня? Я про нее раньше рассказывал, может кто-то не слышал. Вот наглядно показываю. Вот, видите, вот так даже, смотрите, внизу. Хопа, отсечение. Для чего? Чтобы не уходил жар. То есть остается немножко шашлычка. Взял он вот так вот, отсекливый.
и готовит. Вот и внизу даже, я думаю, даже внизу, может, столько не надо было делать лишнее. А вот здесь достаточно. То есть вот такого принципиального плана. Здесь даже слишком она прям из толстостенного металла. Все шикарно, все да. Вот здесь труба взяли, что-то натянули, потому что она горячая будет. Это, конечно, тоже можно все предусмотреть. То есть она может нагреться, и вы ее просто хрен перетащите. Поэтому здесь надо что-то можно вставить. То есть тоже есть на что обратить внимание. Здесь специально варивался, видите, уголок в лист металла. Почему? Потому что вот, смотрите, здесь труба профильная. И здесь вот в уголок, видите, как сделан. Смотрите, вот как это сделано. То есть уголок, условно говоря, там 25-30 миллиметров. Здесь варится, чтобы положилась именно вот такая вот, рекомендую, специальная решетка чугунная. Они бывают разными размерами. То есть и можно там сделать большую чугунную. Просто она стоит денег. А здесь шла экономия. То есть из говна сделать конфету, что мы и сделали. Понимаете? Ну, я немножко шучу, но так и есть. То есть это, конечно, надо пескоструить. Если же, чтобы все цивильно, все новое, просто одни чугуняшки будет хороший денег стоить. Особенно, если они большие, они там бывают и по 1000 стоят. Ну, разные там цены, там по 500 рублей. То есть можно все заложить и на них жарить. Все будет красиво и цивильно. То есть, ну, на ворота, вы поняли, они здесь вот, 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 вот. Вот такая вот конструкция. Всегда можно доукрасить, всему, да, можно сделать крышу, там кованые элементы, и будет очень все красиво, но уже не дешево. Из нюансов. Вот это вот штукенция. Хопа, и вынули. Ее рекомендую делать из толстого металла. Почему? Потому что здесь вот так вот это выглядит. Видите, тоже варивался уголок. Можно, конечно, всегда сделать по-другому. Но здесь сделано вот так вот, поняли. Почему толстый металл? Потому что тоже температура, угли. Здесь он порядка 4 миллиметров. Все солидно, все надежно. То есть это для того, чтобы угля. Да, можно там лопаткой, кочергой все это вытащить. Но это одно из удобств. Конечно, это стоит доп. Денег. Вот он слушал мои, скажем, рассказы. И я его усыпил. Ему хорошо, хорошо. Но продолжим. Подписывайтесь, будете следить за новинками. То есть вот эти модели, как я обещал, у нас тут новинки появились, будут что-то еще новое. То есть всегда можно добавить, всегда можно убавить, прибавить. И главное все в фантазии. Ну и сейчас самое главное все в деньгах. Если у вас есть денежка, то у вас вы можете купить все практически вся. Так что... Всем спасибо за просмотр. Вместе вот с котом вам говорим. До свидания, до новых встреч. Ставим лайк, если понравилось. До свидания. Всего доброго. Вместе вот с этим рыжим.